Понимание ценностей и значимости независимости и передача этого знания молодому поколению – главная обязанность старшего поколения. Под таким девизом в Имбикшинском районе прошли мероприятия, посвященные независимости. Были организованы праздничные концерты и патриотические мероприятия, на которых присутствовали представители интеллигенции, руководство района и местные жители. Праздничное мероприятие началось с вручения наград представителям различных профессий, внесшим вклад в развитие общества. Малик Мусаев, полицейский, который охраняет общественный порядок, рассказывает о своей службе, требующей работать в любых погодных условиях и без учета времени. Работа полицейского – это обеспечение общественного порядка и безопасности. Работники культуры исполнили песни и патриотические произведения, подняв настроение зрителей. Жители выразили благодарность артистам. Пусть наш Казахстан процветает, а наш голубой флаг всегда гордо реет в небе. 25 октября – День Республики. В преддверии этого праздника Имбикшинский район проводит мероприятие, чтобы донести жителям значимость независимости. Мы планируем проводить праздничные мероприятия в наших парках вместе с «Шымкент-концерт». Праздничный концерт завершился песней Искендера Хасангельдиева «Атамекен», и зрители, встав, выразили свое уважение.